Кандидатуру Нурлана Нигматуллина президент выдвинул на пост председателя Мажилиса. Выступая на собрании парламентской фракции партии «Нур-Отан», глава государства обратил внимание на необходимость более активного взаимодействия народных избранников с исполнительной властью. Кроме того, президент поблагодарил за проделанную работу Бактыкужу Измухамбетова, отметив, что сегодня депутат был избран на должность председателя Совета ветеранов. Бүгін Қазақстан Республикасының ардагерлері ұйымының президиумы жиналып, менің ұсынысым бойынша мәжілістің төрағасы Бақтықожа Салахелдинұлын өзінің төрағасы етіп бір ауыздан сайлады. Еліміз үшін де, мен үшін де бұл өте маңызды жұмыстардың бірі. Ардагерлер ұйымы еліміздің 100 мыңдаған белсенді азаматтарын біріктіріп отыр. Өздерінің де жағдайларын қарап отыр, жастарға да сөздерін айтып тәрбие беріп отыр. Еліміздің ішінде салмақты, байсалды, ақыл айтатын, сөз өткізетін адамдар. Сондан ол жерде өте сенімді, тәжірибелі адам болу керек. В связи с этим стоит вопрос на ваше рассмотрение. И прошу нашу фракцию поддержать еще раз Нигматуллина Нурлана Зайроллаевича. Значит, вы все хорошо его знаете. Был акимом Карагандинской области, первым заместителем председателя партии «Нур-Отан». И последние годы Мажлис 5-го СОЗУ возглавлял, вместе с вами со многими работал. И 2,5 года последние в аппарате президента совпали самые бурные политические времена. Выборы первые президента Маслихата. И это все было огромная политическая работа для всех, для нас, для всей страны. И они были проведены на высоком уровне и получили хорошую оценку, как честные выборы, пожалуй, за все времена, когда мы были. И народ проявил единство свое, поддержал нас всех, поэтому нам надо работать. Мы дали возможность правительству спокойно работать и, конечно, достигли успехов. Но это не означает, что ведущая политическая партия «Нур-Отан» и его фракция не должна быть строгой в выполнении задач, которые перед правительством ставятся. Есть программы сегодняшние, программы стратегические. Правительство само их приняло к исполнению, предложил я, и теперь они должны выполнять. Поэтому сегодня основное, за выполнением которого смотрят все, не только мы, но и за пределами нашей страны, это 5 институциональных реформ, 100 шагов. Требовать выполнения принятых программ мы обязаны.